Кашхабльском районе стартовал полномасштабный отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило в дошкольные и школьные образовательные учреждения. А уже с 15 октября теплоноситель начал поступать в остальные социальные учреждения и жилые дома населенных пунктов района. Управляющая компания «Элит», занимающаяся теплоснабжением, обслуживает три поселения. Это Майское, Кашхабльское и Дмитриевское. Руководитель компании Давлет Хасинов со всей серьезностью относится к вопросам подачи тепла. О том, какая подготовительная работа была проделана компанией, нам рассказала главный инженер «Элит» Алла Крупина. Управляющая компания «Элит» занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению в поселке Майском, ауле Кашихабль и Дмитриевском сельском поселении. В поселке Майском это обслуживание многоквартирных домов, 8 домов мы обслуживаем, предоставление услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В ауле Кашихабль мы предоставляем услугу теплоснабжения в 15 многоквартирных домах, обслуживаем 2 котельных. В Дмитриевском сельском поселении мы предоставляем услугу водоснабжения, водоотведения, вывоз твердых коммунальных отходов и теплоснабжение в 3 многоквартирных домах. В ходе подготовки к отопительному сезону были проведены работы по обслуживанию котельного оборудования во всех 3 населенных пунктах. Было проведено техническое освидетельствование оборудования, заменены много запорной арматуры было произведено, замена насосного оборудования, очистка дымоходов произведена, промыты теплообменники, заменены участки аварийные теплотрасс. В многоквартирных домах заменены 8 отопительных стояков. В начале отопительного сезона, как правило, возникают еще некоторые проблемы, которые компания планирует устранить в ближайшее время. Работа эта продолжается и по сегодняшний день. Меняются аварийные участки. Еще нам необходимо поменять изоляцию тепловых сетей до наступления холодов. По водоснабжению было тоже в поселке Майском заменен глубинный насос, в поселке Чехрак заменен глубинный насос, в поселке Новоалексеевский, в хуторе Новоалексеевский тоже была заменена, но это с участием муниципальных денег, заменена водонапорная башня, поменено насосное оборудование. Также в поселке Дружба мы участвовали в прокладке более 100 метров новых канализационных сетей. Ну, работа проведена немало и предстоит еще немало, но надеемся, что отопительный сезон мы пройдем с честью, как всегда. Надеемся, что этой зимой в наших домах будет тепло.